это сейчас посмотрим. Не, ну понятно, Еля, если все начнут сюда брать лежать, да, и конечно, тащить. Да, конечно, это нельзя. Это зеленая зона, это травка там туда-сюда. Ну, по факту, ну, тут, а что ты... тут брусчатка, что там брусчатка? А вы поставили на брусчатку? Ну, у нас на брусчатке стоял. Персик, спасибо огромное, первый донатик. Доброе утро тебе, спасибочки, закрепляй персиком. Персик, спасибо огромное, спасибо, булочка. Спасибо, солнце, закрепи. Это Каролина без настроения уже была сегодня. Спасибо. Закрепи персика. Михалин, дякую. Нет, давай мы позже в эфире, бабой, а потом ты будешь. А у бабы они не забрали. Вот, она встала и легла назад. Я не разбрасываю. Не поняла, блядь. Ну да, они подошли, что-то она сказала. Ну, не спроси, а что, у вас не забрала лежак? Может, ей погано, давай не будем. Это же не быдло. Поставь тише, Ель, мы в эфире, давай потом. А ты хотела полежать, да? Понимаешь, оно сейчас будет летать, все равно я не ем. Ты пока поболтаешь. Персичек, спасибо тебе, булочка моя прекрасная. Мы в Закарпатье, ребят. Привет, а вы где? Мы в Закарпатье. А если будешь идти, надо, чтобы ты отнесла досточки. Я не буду сейчас никуда идти. Нет, Закарпатье, тут нету моря, тут бассейны. На стрит дуже добрый. Долго, Карина, еще неделю. 18-го будем в Киеве. Дай бог, все будет хорошо. Приветик, Закарпатье, мои родненькие. Так? Да, озера тут є, але ми не їздимо на озера, на річки, бо в нас немає машини, а на автобусі то дуже довго, і ми на автобусі не любимо їздити, а на таксі то буде дуже дорого. Тому якби була машина, то да, звичайно, ми б кудись їздили в гарні міста, а так, на жаль, немає машини. І що, от персика 100 гривень, спасибо. Персичик, моя ти булочка, моя ти сладка, прекрасна, красивенна дівчиночка. Спасибо огромное. Давайте больше улыбайтесь. Спасибо. Персик. Спасибочки. Закрепчик, ребят, заберите персиков, друзья. Заберите нашу прекрасную девочку. Ей термальные. Ну да, мы валяты на термальные воды. Светлана, приветик. Ивана, приветик. Персик, ты просто, ты лучше. Заберите персика, пожалуйста, к себе в друзья. Каждый Ася, спасибо большое. Каждый день по 2-3 раза персик заходит. Да, видео сняла, вона монтує, але чесно скажу, я так переймаюся, бо вона, ну от там... Я тобі покажу. Там десь мені не сподобається мій ракурс, а вона не виріже. Потім на проверку, пожалуйста, мені. Так, звісно, якщо тобі кожен ракурс тобі не подобається, то в тебе потім виходить відео з нарізок, розумієш? То воно взагалі не цікаво. Так я тебе нарізувала, бо ти мовчала довго. Я не дивлюсь на твій ракурс. А їй не сподобалося, як я змонтувала відео. Персик, мама тут рядом. Работает. Ну от, смотри, у них один стоїть на траві, один стоїть так, ну. Ну хай мені взагалі. Я зараз цього мальчика спрошу, де він. Асічка, спасибо большое. Знімали відео з піцею, побачите в інстаграмі, ссылка на інст в шапці профілю. Друзі, підписуйтесь, щоб побачити, що ми назнімали. Жарко? Не дуже, ну і в тіньки. Хейседалха. 200 гривень. Это персик? Персик, это что, маме? Персик, это ты, мама, с вами, да. Персик, спасибо большое. Так, когда она еще не написала? Да это мне, понятное дело. Она спросила. Мама тоже. Если, маме тоже, если наверное. Это мне, значит завтра иду на равлыки. Спасибо, скажи. Дякую, персик, дякую. Персик, ты невероятная. Спасибо, ребят, подписываемся завтра на персика. Спасибо за подписку. Равлыками. Персик, просто. Твоя доброта – это самое лучшее. Буває так, що не хочеться читати, відкладаєте завжди на потім. Ну, буває не завжди так, але буває, іноді береш, відкриваєш книжку, а ти розумієш, що в тебе в голові взагалі ну, не ці думки. Ти не можеш сконцентруватися на книзі. І, да, я буваю, закриваю так, думаю, ні, потім почитаю. Але потім беру і читаю. Поїти в хуст, апартель, там відпочинок більш для молодих, це 20 хвилин від Вілятину. А що таке апартель? Що там, розкажи, басейни? Їхали на поїзді. Ну, в суботу, а ну, знаєш, що це. Гарно, розмовляєш українською, дуже дякую. Що це таке за апартель, друзі? Аквапарк, а ну, Єль, запиши, ма, запиши на листки, апартель. Привіт, привіт, ви з України? Так. Ми з Київської області, народилися в Києві. Ще є у Вишкові аквапарк. Апартель. Це далеко від нас, Вишкова. Я знаю. Ви гарні, дякую. Сусіднє село. Боже, забери ту фанту, я боюсь, що там, блядь, оса.
Мама работает, ну, на работе, ребят. Ми їхали на поїзді. Хорошого дня вам, мої дорогі. Да, дякую. Так само 20 хвилин від Велятина. Да. Так само. Ну, я знаю, да, до Вишкова. Ми коли на машині були, то ми... Ребяточки, Ангеліна, підписана Ангеліна Правчук. Я ваша кара, але у мене закритий телеграм. Там всякі, ну, как бы 18+ відео, тому я поки ще його вам не даю. Спасибо за розум. Справи добре. Берегово прикольно. Да, Берегово прикольно, але там далеко. Ще донатик. Ми були в Берегово. Персик, це ти? Справи добре. Настроєння у всіх краще. Ти Персик пишеш? Спасибо. Персик, спасибо. Таня, Ульяна, спасибо, Персик, за подарочки. Спасибо тебе, Кариночка. Просто найкраще. Спасибо. А його Карина зовут? Да, ми ждем встречи. Имя Персик. Ми ждем встречи. Красотка, я думала, имя Персик. Да я шучу. Бассейн пойдете еще, да. Персик в Германии. А я в Житомире аквапарк. Я не знаю, мы в Элятино. А помните, я вас в детстве называла? Персик, и я жду встречи. Спасибо. Помнишь, ну, у меня такая была фраза? Я не помню. А, вот так вот, да? Так если вам по 3 года было, как я могу помнить? Да и позже. С нами поедете, либо нет. В аквапарк? Ну, да, возьмем вас с собой. Как вам пицца? Вкусно. Как дела с Владом? Нормально. Забрали у нас лежаки, ребята. Я их понял, сейчас придет сюда, я его поймаю. А сестра не в стосунках. А я в стосунках, але у нас дуже великі проблеми відносно, тому ми вирішили жити окремо. Я буду жити в Україні, він буде жити в Польщі. Теплі води, так. Ну вот, конечно, поесть, но это вообще потом купаться часа по 2 невозможно. Дай поесть. Тримай, вона розійшлась. Так. Влад же працюет так. Пенсионерам можно, а молодежи не можно. Когда уедете в Польшу? Я не знаю, ребят, я поеду за собакой, ну и в гости к Владосу. Не знаю, когда. Ель, твоя карта 9559 в конце, да? Карта вопросики. И кто спрашивал? Я где стала? Ты сейчас куста в теплі води. Садитесь на такси, едете до Велятино, теплі води, говорите таксисту, мне надо Велятино в теплі води. И все. И он вас довозит. Плюс-минус, ребят, 300 гривен эта дорога стоит. Если вам скажут 1000 или еще больше, то вас хотят намахать. Карл, я не понимаю, те, кто живет в пустыне, не знают, что теплые воды есть в Велятино, что им интересно. Мама в купальнике не буду показывать. Открыть телеграм свой, да, открою, друзья. Он, ну, там есть 600 человек у меня в телеграме, но это был наш общий с Ангелиной. Потом она создала свой и сказала, я на общий ничего не буду выкладывать. И поэтому я, ну, типа, общий поменяла на себя. Ну, потому что он там на моем номере у меня, короче. Ну, если что, я поштила, у меня там нету интимок, но, может быть, когда-то будут. Ладно, я шучу, блин. Да что, дурочка по-вашему. Ты же скромняга, Каролина, ты что, забыла? А у сестры есть, да? А сестра выкладывает интимки. Шаления ее разные. Да? Шли, что в телеграме возьми. Спасибо за подписку. Мой любимый напиток из сладких, если вот взять, ну, наверное, кола, но я ее много не пью, потому что у меня от нее может быть таких...